Бучельников. Снова пошел вперед Дмитрий Бучельников. Ох, какой дриблинг! Где там же шайба? Гол! 1-0! Бучельников не первый раз уже в МХЛ, знаете, что называется, заносит прям попытку регбийную. Тачдаун практически. Это у него вторая игра и четвертое очко. Бучельников просто так в МХЛ заходить не будет, я думаю. Если ему здесь дать полтинничек отыграть, он будет смело лучшим бомбардиром.